Костюм Горка 4 от фирмы Барс. Костюм имеет форму анорак, полностью сделан из ткани ХБ, накладки сделаны из ткани рипстоп. Значит, что по самому костюму? Имеет форму анорак, значит, один большой карман на груди, на пуговицах, пуговицы на клапанах. Два кармана сбоку, карманы между собой все разъединены, то есть сверху карман отдельно и два по бокам. По куртке что еще? Вот такие вот накладки из рипстопа. Два кармана на рукавах. Капюшон вот с таким вот козырьком. Тяжки по капюшону, по глубине. Также по овалу лица. Такие пуговицы. Остальные пуговицы спрятаны на клапане. Вот внутри их видно. На более таких нужных местах сделаны вот такие вот дополнительные накладки. На спине и так далее. На карманах. И даже продуманная, как вот на рукавах, также и на карманах обработанная рипстопом. Куртка имеет вот такую вот утяжку по поясу. Брюки идут здесь на подтяжках. Вот таких. Имеет два кармана по бокам. Можно также одеть ремень. Отлично. Два кармана сзади. Достаточно глубокие. Карманы ниже. Достаточно глубокие. На клапане тоже. И вот такие вот накладки из рипстопа на коленях. Внизу резинка регулирующая, также резинка сзади колена. И вот такая вот ленточка. Одевается на ногу, чтобы штаны не зазирались и держали постоянно форму. По всем вопросам пишите в группу или в WhatsApp. А также давай покажем промокаемость костюма. Костюм отлично выдерживает воду, то есть дождь на несколько часов выдержит. То есть вот так вот. Абсолютно все сухо. Не покажи сухость. Все. Все сухо. Все сухо. Не пропитывает.